Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России исполняется 97 лет. Первая добровольная оборонная организация, военно-научное общество, было создано в 1920 году. Тверское отделение ДСАФ России является для целых поколений наших земляков настоящей школой мужества и патриотизма. Первой частью празднования стало возложение цветов к мемориалу на Смоленском захоронении. Далее прошли спортивные мероприятия, соревнования по самбо среди участников разных возрастов. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Сегодня добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России – общественно-государственная организация, созданная как связующее звено между гражданским обществом и вооруженными силами Российской Федерации для решения комплекса задач в сфере патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. Первой частью празднования стало возложение цветов к мемориалу «Смоленское захоронение». Руководители и члены ДСАФ, а также юноармейцы отдали дань уважения бойцам, павшим в Великой Отечественной войне. Сейчас активно возрождаются традиции и создаются необходимые условия для всестороннего развития участников организации. Формируются секции в различных структурных региональных подразделениях. И в рамках наших секций будут ребята заниматься различными видами спорта и популяризировать здоровый образ жизни. Ну и, естественно, духовно-патриотическое воспитание. Многие жители Тверской области благодаря ДСАФ получили начальную военно-техническую подготовку, овладели профессиями, востребованными не только в военное время, но и в мирной жизни. Надеемся на тесное сотрудничество с ДСАФ и будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку данной организации. Очень благое дело делаем. Вместе мы сможем добиться очень многого. Второй, но не менее важной частью торжественного мероприятия стали соревнования по самбо, которые прошли уже в новом зале регионального отделения организации. Участники разной возрастной категории продемонстрировали свои навыки и поборолись за первенство. Я борюсь в категории 51. На соревнования я много раз ездила, но в этом зале борюсь только первый раз. А что хочу сказать? Соперники у меня легкие, я их знаю, часто с ними борюсь. И поэтому, думаю, первое место у меня будет. Победители и участники соревнований получили награды и памятные призы. ДСАФ России по Тверской области готовит не просто хороших специалистов для вооруженных сил Российской Федерации и народного хозяйства, а прежде всего достойных граждан нашей страны. Проводит системную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, прививает курсантам уважение к родной истории, готовность добросовестно трудиться и защищать свое отечество.